Фонды одинцовских библиотек постоянно пополняются, но читатели от этого больше не становятся. А молодежь и вовсе начинает забывать туда дорогу. Поэтому перед участниками регионального конкурса, который прошел в минувшем году, стояла задача сделать эти учреждения культуры современными, комфортными и привлекательными для всех. Проблема для тех в том, что там не очень интересно и, может быть, не в полном объеме. Люди недополучают эти знания. Ребрендинг или перезагрузка библиотек призван как раз восполнить этот, скажем так, вакуум и сделать место не только получением знания, но и более комфортным. Проект «Победитель конкурса» в рамках программы «Перезагрузка библиотек Подмосковья» решили реализовать в 3 муниципалитетах. В число счастливчиков попал и наш район. Совсем скоро посетители Одинцовской городской библиотеки №1 смогут не только почитать книгу за чашечкой кофе, но и посетить семинар или вебинар. Роболаборатория или лекторий, литературное кафе. То есть это показывает в данном случае библиотеку как более такое живое место, где не только уже люди могут спокойно читать, но также приводить своих детей, заниматься, например, вот созданием роботов. При этом новые знания и впечатления можно будет получить, например, сидя на подоконнике, то есть в неформальной обстановке. Именно на нее сделали акцент проектировщики. Не забыли они и про внешний вид библиотеки. Первый этаж жилого дома в ближайшее время облицуют. Все работы планируется завершить до Нового года. Евгения Августина, Евгений Муравлев, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».